Сегодня в Совете Федерации обсудили поправки к законопроекту, согласно которому депутаты Госдумы и сенаторы должны ежегодно отчитываться о доходах как своих, так и членов семьи. Проблема была в том, что прежняя версия закона не предусматривала ответственности для тех, кто декларацию не сдал. Теперь их будут лишать мандатов. Кроме того, значительно расширит круг лиц, сдающих декларации. Норма распространяется теперь и на региональной муниципальной власти, потому что это нонсенс, когда федеральный уровень отчитывается, а мы знаем, что на региональном муниципальном уровне как раз много фактов коррупции. Также депутатов заставят сообщать о возможном конфликте интересов, как отметила Валентина Матвиенко. Это создаст единую систему ответственности перед обществом сверху донизу.